Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Реальные Коучи, а также друзья. Сегодня мы приехали в Elite Fitness на очередное собрание Федерации бодибилдинга Мурманской области. Смотрим. Всем, кто не присутствовал сегодня на собрании, я говорю, что 17 сентября и 1 октября будут у нас заключительные подготовительные сборы. И приглашаю всех принять участие. Может быть, кто-то еще не в курсе, что будут проходить соревнования. Напоминаю, что соревнования будут проходить 7 октября. И всех вас ждем. Кстати, всем объявляю сразу, чтобы и всем быть. Кто хочет хорошо выступить, хочет получить какие-то знания, 6 октября Александр Юрьевич Назаренко будет проводить судейский семинар. По чему? По всем правилам выступления. Он будет давать вам официальные документы судьи третьей категории. Значит, на судью третьей категории будут все правила, как в мужском бодибилдинге, как в бикини. Что это вам даст? Накануне этих соревнований вам, в принципе, дадут многие подсказки, которые ребята, вот даже Александр Ильич Горелов, рассказал, показал, как надо делать, что делать, как выходить и так далее, что надо в последний день делать. И девочки показывали совершенно другой результат. Поэтому, если у вас нет определенного опыта там, в позировании, в доводке, если вы хотите официальную бумагу о том, что вы судья третьей категории, в каком будущем это вам в любом случае пригодится, приходите на этот семинар. Стоимость семинара платная, как для всех нас. Да, платная. Причем это уходит все в Федерацию бодибилдинга России. Даже игру, я еле договорился, чтобы то я хотел уже, у меня есть эти корочки, я уже. Стоимость 5000 рублей. Запись, да, будет? Да, это будет запись. Семинар будет проходить с 11 часов до 18:00. А что дают-то на 5 тысяч человек. На выходе дают сертификат и корочку судьи. А что я с этой корочкой могу делать? Ты можешь поехать на соревнования и судить. По Питеру? По Питеру, да. Учитывая, что ты мастер спорта, пока ты будешь садиться дублером, потом, естественно, тебя будут сажать уже на какие-то, сначала не тяжелые категории. В принципе, ты... А вот когда ты начинал с дублера, у тебя уже была корочка или ничего? Ничего не было. Самолично это все делал, да. Садишься в дублере, смотри. Потом уже что-то дают, да? Да, да. Причем судейство, это не наше мурманское судейство, ты когда сидишь там, что там записал. Там настолько это быстро, ты только категория уходит, ты там в панике это все, ты должен раз определить эту шестерку, вывести других. То есть должен очень четко, быстро, там нету места для разговоров и так далее. Поэтому... если кто-то присутствовал на соревнованиях и стоял возле сцены хоть раз, прям понятно, насколько быстро работают судьи, они реально даже друг с другом вообще даже словом не перекидываются. Там нет такого, Вась, посмотри там на этого человека, там такого нет. Поэтому я лично вам рекомендую, то есть пройти этот судейский семинар. Вы будете намного опытнее. Вы можете, в принципе, его посмотреть, конечно, онлайн. Да, но это все та информация, которая... Он же будет не задашь вопросы? Да, во-первых, вы не зададите вопрос, он все четко вам расскажет. Все вот прям, что внутри федерации, да, как это происходит судейство, какие критерии, какие моменты очень тонкие. Вы это не поймете, что может кому-то шарахнет по голове сверху, и вы не знаете, откроете глаза на другой мир и так далее. Но, по крайней мере, очень четко, да, я пару раз был на этих семинарах, несмотря на... свой определенный опыт, я вам скажу, каждый раз это мне много чего дает. Не пожалейте эти деньги. Тем более Александр Юрьевич Назаренко приезжает, я надеюсь, что не последний раз, но поехать вам, например, в Питер и в Москву дороже станет. Он полностью вести будет, да. Так что советую всем. Ребята, я имею в виду соревнования, да? Соревнования будет, да, Александр Юрьевич вести. Да. Вот у нас пришла Юля. Я очень хочу, чтобы Юля сегодня провела небольшой, мало девочек, я понимаю. Да, мало, к сожалению, вот так я бы хотел. Но, Юль, тебе провести немножко, походить с девчонками сегодня надо. Еще вот Олеся, она вообще намного профессиональная. Так, ты давай не отлынивай от работы. И немножко, не заставляю тебя там полчаса аспирировать. Девочки взяли, некоторых клубов я попросил, чтобы взяли уже на клубках. Походите сегодня, ладно, пожалуйста, не надо раздеваться, то есть не в купальнике. Ну, мы и так ходим. Да, просто кто-то новенький, там, Нелли... Тоже будет важно. Поэтому окончательно, когда сбор будет там где-то, либо в конце сентября, либо в начале октября, всем быть. То есть будем смотреть реально.
По взносам ничего мы взносы не будем делать, да, Саша? Взносы мы не будем стартовые делать, ничего такого пока нет. Значит, смотрите, 17 сентября и 1 октября встречаемся в час. Где Олеся? Здесь же, да, у нас? По месту определимся, а так даты пока 17 сентября. Да, будет, скорее всего, уже не этот зал, а следующий, который большой акт. 17 сентября у нас будет, могу сказать, такое самое, наверное, серьезное собрание. 1 октября это будет завершительный, да, завершающий смотр. Поэтому вот 17 сентября, пожалуйста, прям все. Мастер-класс от Юльки. Юлька, расскажи, что ты будешь сейчас делать. Сейчас буду показывать девочкам, как надо ходить. Позировать. Все, ты готова. Хотя я сама не умею. Ну давай, пройди. Я с тобой же Ты можешь, почему? Там просто были с вот такими кудрями, с зелеными, с такими кудрями. Там просто цель женщина была. И парочка И вот закончилось собрание по бодибилдингу и фитнесу в Мурманской области. Все, всем пока, подписывайтесь на канал. Реальный коча. И смотрите нас далее. Скоро будет с Юлькой серия тренировок, подготовки к бикини. Будет очень интересно, да, Юля? Всем советую посмотреть. Что-нибудь интересное каждый для себя подчеркнет. Всем пока.